И всем привет, с вами я Леонид. Мы сегодня продолжаем играть в Гэрис мод на сервере Flame Project. Ого, что я сделал. Да, прикольно. Вот. И что у нас будет? Не трогай снежки. Поскольку я не знаю, потому что оно может довольно быстро, но может и нет. Я, конечно, постараюсь очень быстро смонтировать видео, и очень хорошо. Ну, по крайней мере, я первый раз буду монтировать видео, и так как я первый раз буду монтировать это видео, то вообще видео, то у меня тяжело будет. Так, все госслужащие могут на улице находиться, превышение самообороны тюрьма, прочее имущество тюрьма, оскорбление тюрьма, человек в маске обыск, покушение на мэра, смертная казнь, неподчинение госслужащим тюрьмы, смертная казнь, невыполнение законов на казнь тюрьмы, смертная казнь, штраф 5000. Пистолет ножи можно иметь без лицензии. Почему ты не нужно. Прикольно. Затанкивайте его вот в этот дом. Затанкивайте его вот в этот дом. Затанкивай его туда. Я беру. О, чёрт. Вы же поняли? Отошли, отошёл. О, режутся! Успокоил. Синяя. Это я должен там в тени вставать. Это самооборона была. Он меня резал. Вы сами. Встал. Он тварь, я заберу его. У меня есть лицензия на оружие. И зачем вы его убили? Потому что он меня... Стойте, я не могу выйти. Он меня резал, можете посмотреть мои раны. И он не только меня резал. Его трахали, понимаете, вы трахали этим ножом. Один. Понятия не имеете, что вы можете представить, что он этим ножом делал. Его трахали этим ножом, понимаете? О, проводили ножиком. Этот человек убил другого человека, что с ним делать? Это была самооборона, меня резали. Все граждане это видели. Не пишет, даже. Я видел. Это была самооборона. Будешь дальше разве? Что, я не развязываю. Я вообще-то рядом. О, развязали. Пойдем. Мэр, так что с ним делать? Я не сопротивляюсь, я стою и жду. Это была самооборона, меня резали. Что мне было с вами сделать? Я прыгаю в зеленой футболке. Пойдем со мной, гражданин, пойдем. Он пырнул мне свой нож мне чуть ниже груди. Какой-то мой. А что ты меня не понял? И он. Вследствие этого я достал свой пистолет, от которого у меня имеется лицензия. И мне пришлось сделать по нему пару выстрелов, вследствие чего он погиб. Давай к сыну. Но мне откуда было знать, что он умрет? Он меня начал резать, он уже начал второй раз замахиваться мне. Нет, нет, ты пошел ты нахер. Да я сыграл вот так. Пошел ты, занято. Нахер. Потому что не отыграл РП. Либо пошли обратно. Сейчас, господин полицейский, вот я вам условия, смотрите. Я уже мной, я... Хрен-то там тебе. Нет. Сделал. Давайте, военная операция. Я музыку помню.
Интересно. Граждане, внимание. Глава города объявил комендантский час. Просьба всем разойтись по домам и ждать дальнейшего. Я не админ, кто с тобой разбирается. На тебя жалоба. Терешит Митич. Да, на тебя жалоба. Историю. Дай по-бырому, за что ты арестовал этого человека? Это по-быстрому фиолет. Я не знаю. Так. ФРРП у нас сколько идет? 1000. На него жалобы не спрашивают. Давай подождем, подождем. Все делал. Не ждать. Потому что на него он раньше его забрал. Стой, верни. Да уже я все сделал, то что нужно было. Нет, тебе нужен был только ник узнать. Я знаю, я человека этого Джайл посадил. Все. Ну, отвечай, почему ты меня арестовал? Смотрите, по закону, четвертый закон, тяжелое оружие, арест. Какой? Четвертый тяжелое оружие. АВП тяжелое оружие. А ничего так шея к мэру пришел, чтобы взять лицензию? Я с ним как раз договаривался. Ну извините, я не видел то, что вы у мэра. Вы сами. Тебя не волновалось? Ну логично, он никого не пускает. Ну, уже не мои проблемы идут. Если бы у меня был обыск, да? Был обыск человека, в итоге наше тяжелое оружие арестовали, верно? Участковый. Он не ставил стеночки, чтобы проводить обыск. За дверью. А как ты понял, что тяжелое оружие? Я что-то не могу понять. Из качества закона, как ты понял, что тяжелое оружие? Я понял, я спрашиваю, как он понял, что тяжелое оружие разрестовал за четвертый закон. Сейчас, смотри. Ты сказал, что я арестовался за четвертый закон, верно? Тяжелое оружие. Ты оставил лицом к стене? Чтобы проверить. Смысл мне проснулся. Я видел его прекрасно этот ствол. Где? У меня пистолет был. Написано пистолет можно. Возьми Dragon Lore в инвентарь. Не могу. Почему? Нет, у меня ничего. Потому что я арестован. Еще его никак не выкинуть. Можно описать, в принципе, чат не выкинул. Его. Ну сейчас тэпни, я его разрисую и тэпни его. Я уже пока попробую. Ну. Че, а что это? Ну да. Блин. Ты начал меня разгадывать, осадил. Я забыл. Блин, что опять на меня ЖБ? Да. Блин, короче, при развязывании у него ствол вылез. А. Ну это автоматически, это считается, это автоматически. Это не считается, это считается. Это считается. Нет, ты думаешь, сам ствол достаётся. Это считается. Это баг сервера, что я сделаю с этим? Это считается, увы. То, что это при развязывании таски трупы считается просто. Второй вопрос, почему ты меня завязал? Не понял. Ух, я так. Как бы у тебя пушка была достроена, я как бы все видел. У тебя пушка была. Сука, еще раз назовешь меня дестрой. Читай. Дестрой вроде. Дестроя, да. Ну и чё? Куда ты админ? Ну дестроя, чё? С крылышками тебе выключать уже клуб? Почитай дестрой. Какой дестрой, ты хоть куришь? Тебе имя так, вот такое подходит, дестрой. Что ты меня делаешь? Так, ладно, продолжим, а то вы очень раз поверились. Да. Это я не вижу Ферриса в этом. Ну то сейчас. Я тоже не вижу.
кстати, на тебя до сих пор заказ висит. Да. На тебя, на это. На Аума, на Аума. На меня тоже висит. Буду рад тебе постоять, что хотелось. Сколько у меня было попыток тебя убить, Аума? Касаемо ситуации, я не вижу что-то нарушений. Ну, в смысле? Хоть это еще не было. Прямо. Что за ситуация? Типа, ну, чувака развязали, у него доллар достался при развязывании. Сам по себе. Ну, как бы по РП он не мог увидеть этого. Почему? Ну, так все. Осталось. Оно автоматически досталось. Не без разницы, все равно считается как РП процесс. Ну, это просто сюда позовем. Давай Зео сюда позовем. Кого? Пусть его. Зео. А давайте вы, короче, сами решайте. Спросим. Да, бля, нормально? Слушай. За что ты его побежал, кстати? Смотри, в ПУ он развязал человека, еще закон. В маске человек обыск. Я его ставлю лицом к стене, он убегает. Я его второй раз начинаю... Поздравляю, я был маничко. Первый раз там ставил его, он встал. Второй раз начал в пул ставить, он не вставал лицом к стене. Я по нему открыл огонь за то, что он начал сопротивляться. Он убегал. Ты в курсе то, что у маньяка отсутствует ФРРП? А ты в курсе? Да-да. Вообще-то у него идет ФРРП в людных мест, в людных местах. Он не может идти. А ПУ это людное место. Я в ПУ его и ставил лицом к стене. Ну я там никого не убивал, ничего там не делал. И что, ты в маске был? У меня уже была причина. И за это надо меня уже жалко. Девятый закон. Нет, жал ты за то, что убежал вообще и не стал лицом к стене. Так ты не прилетел. Вопросы есть ко мне еще? Читай. Там сколько человек было? Нет. Да. Я спрашиваю, сколько человек было? Человек? Я один. Я могу уже его ставить в стене, в людных местах. Он ничего сделать не может. Он уже тут беспомощен. Где написано то, что в людных местах нельзя? То, что на него в людных местах ФРРП не действует. Я узнавал. Людные места это мэрия. Другого. У Лоли я узнавал и другие. Все, понял. Все, все, все. Меня за это уже даже жали, за то, что я убил. Да, вы что, не ломается? Я жалоба закрыта. Что не показывает? Я так спать хочу. А, значит, он не виновен, да? Ну, тут нарушений с моей стороны не было. Ну, театр не был. Пать хочу. Ну, все, я пошел. Заказ. Ого. Продолжаем наш разговор. Ого. Нет, ждем. Где будет? Да я тут сейчас просто старшего двину защищаю насчет этого, я считаю то, что... Оля спросил. Уже другой отмен, зашибись. Так, все. Смотри, вот этот молодой человек, четвертому закону, тяжелое оружие, арест. Я пришел к мэру забрать лицензию. Он мне там наручил, развязывая, увидел, ну, автоматически поставил себе броневой. И он меня берет посадить в тюрьму за то, что я достал броню. Ну, как бы у меня тяжелое. Вот так. По идее, он не должен был видеть, но со стороны РП он увидел. Давай. Мне Белин написал то, что это недочет сервера. Что тут уже как бы самому решать, что делать с человеком, по факту. И так ты сказал мне, когда зависел.
Говори еще раз. Ну чё, Белиан говорит то, что тут спорная вообще ситуация. Белиал. Белиал. Вообще я его Беляш называю. То, что так нельзя арестовывать. Но из-за этого недочета сервака можно, поскольку виден был ствол. Да, потому что закон 4 АВП это тяжелое оружие. То есть лицензия нельзя сохранять. Я же тебе сказал, это не АВП, это воздушка. А, это не тебе говорил, там он. Это воздушка 5,3 калибра, это разрешенная. Что ты хочешь от меня? А, ну это был не ты, там он, который меня привел, собственно, в клуб. Ну он тебя привел, он мне ничего не говорил. Я не он, я не знаю. Ты вообще другого человека привел, что ты ко мне придолбал. Зел, я сейчас отправлю сообщение, которое Белл написал. И сам посуди. Блин, я не понял. Ребят, то, что ты идешь спать, это не даёт тебе. Обосрался. Перебинтуйте, пожалуйста, Амон медик нога. Блок. Где блок? Я же тебе не блок. Ты понимаешь, что ты... По какой причине ты меня связал? Сюда был вызов. Вы отказываетесь сотрудничать со следствием. Сюда был вызов, отказывается сотрудничать со следствием. Где я отказывал? В вашей квартире патруль... было два вызова на убийство. Ну я не знаю, не знаю. Я просто пукал, сидел. Может кто задохнулся. Ну, два вызова это тебе не один, значит это не случайность. Случайности не случайны. Так что вы находитесь под следствием. Ну вообще тоже случайность не случайно. Для изъяснения личности, снимите, пожалуйста. Либо вы отправитесь в места не столь отдаленные, заложены вызовы. Ну вот, ложные вызовы. Что я тут спокойно, мирно себе в шкафу чаёк попивал. Понимаю, понимаю. До свидания, всё, я... Пустите меня, пожалуйста. Прошу прощения, можете выйти, у вас нет никаких доказательств. Два вызова, ложных. Есть доказательства, что произошло, как вы утверждаете, два ложных вызова. Вы отправитесь в КФЗ. Для выяснения личности и по выяснению ситуации. У меня даже оружия нет. Пойдемте, пожалуйста, с нами. Пойдемте, пойдемте. Ой, вы там. У меня даже оружия нет. Куда вы меня тащите? Молодой человек, встаньте лицом к стене. Молодой человек, лицом к стене. Хорошо. Давай меня тащите. Свободно. Ну давай. Пойдем пройти. Легко. Понятно.
стене, ну а дверь рассматривать, проверять, и снимите, пожалуйста, маску. О. Оружия у него нету. Снимите, пожалуйста, маску, подожди-ка лицо. Вы отказываетесь сотрудничать со следствием? У вас, наверное, немножечко придумал. Ладно, пошел к себе узнавать. Чё за фигня? Ну, я тоже вот не... Что такое? Как вам наш пранк? Выйти хочу видео, а скажи, что тупой? Был уже. До того момента, пока вы не отстранили. У нас разборка была. Давай вообще пол. С участковым меня сняли, ладно. Мэр! Как насчет убить мэра? Ему вообще начать. Это будет тимкил. Это будет не фрикил, это будет тимкил. Сижу в курсе. Пацаны, нам рейд это не видно, знаете почему? Потому что они поняли, что наш мэр тупой. Готовь! ОМОН, готовь! Да откройте, блин, дверь эту. Да. На позиции. Давайте открывать, или выбью. Эй, ОМОН в ФД, закрой дверь! ОМОН в ФД, закрой дверь вот эту вот, синюю. Лечи его, лечи, лечи его! А смысл? Он где он? Он гнут. И смысл? Значит, короче, блядь, Дальдинов президента. Дальдинов президента. Ебать, глотку тебе перегрызть. К стене встал, я сказал, к стене встал, быстро. Сине встань. Сине обувь. Сине. Ай-яй-яй, пролетает. Ай-яй-яй.
Так, что, пацаны, я это... Так... Открой дверь. Они стоят, блин, и смотрят на нас. Они вообще... Я в шоке. Товарищи в полиции. Владимир Путин, молодец. Откройте, пожалуйста, вот эти две двери. Вам для чего? Да, блядь, вы думаете, мы вас всех убьем, что ли? Откройте, пожалуйста, дверь. Мы к мэру. Скажите, для чего? Для начала. Совет. Фу, блин, вот сам открыл. Совсем уже ненормальные. Да, ебанули. Они нас не блядь, открывают. Да вы чё, ебанули, для чего вы немцы не пускаете? Проходите. Там. Ах ты снова деньги кидаешь, ах ты. Фу. Да, немцы ебали. Ну, где проходите? Дома, дома. Ты не занят? Давайте быстрее. Блядь, а мозг здесь, сука, самый медленный. Так, дома. А, блядь, опять не то кнопка, сука. Сука, опять не то кнопка, блядь, ну, баума, блядь, ну, иди. Доминик, блин. Ни хрена себе. Да, ни хрена себе. Тут даже можно за проставки наблюдать, блядь, ну, блядь, тебя не убьют. Занят. Что, Дэн? ЖБ. Еды тебе? Нет, ЖБ. Еда не нужна. Ну если мы. Че, прям сейчас? Ну, я подозреваю на то, что чел один. Я не могу, я хочу поиграть. Так у меня просто подозрение на то, что один человек номер П нарушил за бездомного, начал это криминал. А второй в маске. Ну там какая была? Там два человека были, я их ставлю лицом к стене, и они начали убегать. Это ж как Феррер пойдет, да? В обоих. Самое главное, чердак есть. Да. Секунду. Дискорд? Зачем донат идет? Лок он себе сделал. Сейчас подожди, мне надо выйти. И это. Я и приму дрожу. Открой дверь. Глава города объявил комендантский час. Просьба всем разойтись по домам и ждать дальнейших указаний. Просто займи только ты и смотрите, кстати. Из всех, кого он пишет. Тогда в 4.
Вот, чё? Как ты? Убью опять еще. Кто там за собаку такой играет? Убью, смотри, где ушли. Товарищи, дети, вы чё, надели? Это не так. Да, это ничего, это не так. Собака. Уйдите, это мои деньги. Да, ты его говорит. Да, я пойду. Какая тварь меня укусит? Ты это мне. Врача. Давай там сына. Спасибо, Артур. Открывай, мэр, тут раздача проходит, мэр, открывай. Открывайте. Давай откроем. Откройте дверь. Заходим. Так, сколько ж эти самые двери? Чё, силёнок не хватает? Поделись по братски. Я понял, кому помогать все. Уже помог, ладно.
вас хп мало, да, я как погляжу. Ну тут я вам ничем не помог. Шеф. Пойду. Так, мэр тупо офиген, у Дига. Не успел. И собаки убились. Собаки здесь должны работать. 5 тысяч. 5 тысяч за 2 собак. Хорошо, лицо. Вы рискованы, за то, что вы находитесь в море, и это сейчас. Следующий. А чем мы стоим тут, мэр? Смотрите, какая у нас собака тут стоит. Можно я к Диндону зайду, а? Можно я к Диндону зайду? Вампи Лайт. Вампи. Тэп меня сейчас обратно. Я вам сам понял. Так. Капец. 200 000 у меня. Вот это да. Просто смотрю себе, спасибо. Он в общем времени... О, привет. Он сдох. Он в общем времени играет 2 дня. Ай, блин. Вообще-то это моя рабыня, вампир, это моя маленькая. Смотри, когда мы были бомжами, я его зарезал, да? Ты про это? Я про то, что там криминальные действия начались за бомжей, а потом вообще... Мы начались... можем грабить за бомжей, Даллас, мы можем грабить за бомжей, а король бомжей может стрелять, у него есть оружие, ну типа он может пистолет взять. Это уже давно описано в правилах. Можем грабить. 2 бомжа могут грабить спокойно. Даллас, это так? Ну что, да, он может. Они могут грабить, только скажи мне. А, стоп, сейчас, полсекунды. Полсекунды, подожди, пожалуйста. Ну всего же секунда прошла. Правила профессии. Я сейчас специально даже правила профессии залез и смотрю по поводу криминала у бомжей. Нам, блин, даже эти админы, когда мы спрашиваем, такие, ну окей, типа, вообще пофигу. Нас никто не кидал ЖБ, кроме тебя. Окей, грабить вы можете. Вопрос такой, вы чё вырубаете так, человека смотрите, у окон? Где видно? Так, у каких окон? А, так стоп, подожди, мы его вырубили на 2-м этаже, да, первое. Это... Мы его вырубили на 2-м этаже. Ну, это видно, но нам пофигу, мы были в доме, алло. Ничего. Мы не были на улице, это не считается ФРРП. Да, ну, смотри, Даллас, все правильно, да?
Я поднимаюсь на второй этаж к вам. Только скажите, пожалуйста. А на третьем? Чё да, говори, да давай меня спрашивай, пока что вампи общается. Пока что вампи общается. Ну второй, третий, пофигу. Даллас. Что еще раз? На третьем то вас могли видеть, если на втором, то он... Это и был второй. Не уверен. Смотри, да, это был мой второй. Не, смотри, Даллас, во-первых, смотри, еще раз такая ситуация, то что криминализм мы можем. А когда он говорил про дробовик, он не дошел до трех, мы убежали. Именно он не дошел до трех. У нас первый РП до трех секунд, он по-моему может стрелять. И тогда если мы не добежали, не остановились до трех секунд, тогда он может нас уже спокойно убить. Но в этот момент мы уже были вообще за дверью. А, у Ампи Гаррис вылетел. Он мне сейчас здесь говорит. Кто-то из вас убежал вообще? В маске был. Я про него вообще молчу. И вроде ты такой стоишь на меня смотришь, я говорю, стоит лицом к стене. Стоишь, смотришь, потом разворачиваешься. Это... Я не был с пистолетом в руках. Да. Трофит, а на что именно ты жалуешься? Вот у меня такой же вопрос вообще. Сначала убегали от меня, когда я уже им приставил дробовик. Ладно, один убежал, потому что я еще ничего не сказал. А второй убежал, когда уже... На самом деле я не знаю, кто убежал. Потом... Второй раз там кто-то, вроде бы ты пролетел, и на меня я, ОМОНовца, начал лезть с ножом. Так смотри, короче, да, вот там дело такое было, то что там стоял вампи, он именно как бы стоял в этот момент с пистолетом, потому что он король бомжи, он может его иметь в целом. Он начал стрелять, террорист, в итоге он попал по мне. У меня на этот момент правило самообороны. Я могу напасть на него хоть с кулаками, я могу его фигачить до смерти просто кулаками, я могу в любой момент это делать. Хоть в мэрии он в меня выстрелил, я могу его убить прям там, без маски. Правильно я понимаю, Галас? Так, да? Я их убил двоих ножами. Да, Тарасит вами выстрелил с дробовика. Я, конечно, не уверен. У меня действовал. Но в жизни самообороняться от полицейского как-то не получится. Это не full RP, во-первых. Это light RP. Это light RP, во-первых. Ну прям как. Но смотри, Даллас, у вас. Да. Короче, у вампи свет офнулся, сразу говорю. Если что, тогда сажайте уже. Короче, смотрите. Я вам говорю сразу то, что, во-первых, тут есть правила определенные, по которым мы с вами играем, да? Если бы я хотел пойти на Full RP, я пошел бы именно на Full RP, а не на Light RP. Поэтому я сюда пришел пофаниться и поснимать видосики. Ну вот, и тут чисто можно решить с плане того, у меня есть правило самообороны, правило самообороны, по мне выстрелили, порезали меня хоть раз, я могу убить его прямо на улице. По-моему, я уже все объяснил, то, что можно было вообще объяснить так, в целом. Трясить, не всё? Надо тут строить диванчики, нам и так хватит. Нам бутылки хватает. Так, диванчики. Это... В общем... Ну, тебе можно диванчик, нам бутылки хватает. Не, бутылки не всё. Как я понял. Ну, точнее, как я... Ребята, это же ничего, если я проход поменял во время разборок. Да, вообще ничего. В общем, это надо сейчас спрашивать у Вокхака, то есть у куратора насчет этого. Ну, типа, можно ли собороняться от полиции? Типа, по правилам это... Ну, правило же написано, типа, самооборона. Даллас, конечно, извини, но я в чате написал, кого можно тоже, он смотреть или нас. А, ну, можно и у Суи спросить. Да спроси просто, у кого-нибудь. Ну, я тебе говорю... Интересит, ну смотри, ну ты, конечно, без обид, чувак, но все же я просто действовал по правилам. Ну, типа, без проблем, я понимаю, то, что там всякое такое, то, что я тебя зарезал, но... Только сори, если Рили обиделся. Не, я не обижался, мне просто интересно было. Не спрашивай куратора. Это чисто по фану. Да, спрашивай. Потом... Давай. Ну давай спрашивайте. Хорошо, я сейчас спрошу, я вас отпущу и потом вам все расскажу. Ну то что опять. Блин, хотел сесть на нее, но не смог. Сейчас удалю секунду. Блин, у нас смотрители вообще безумие собирают 5000 раскидывать направо и налево. Я нафармил 200 кусков. Шо?
Он просто за собаку бегает и кидает 5000. Я видел. Я видел. Я бегал, собирал. 200 кусков собрал. А в Дом Букхандер еще пикнул, вообще был кайф. Я 30 или 40 кайф взял. Сон, у нас теперь ОМОН медик. Ах, тебя типа он что так может делать? Ах ты да, он же может, что? Если ты его деньги. А, ну, меня раскидывается так грангами. Офигеть, будет их сервис. Давайте, я сейчас пока что спускаю. Окей. Нормально у меня? Потом, я вам скажу то, что куратор ответит. Угу. Окей, если все, я сам спасибо. Я не нарушу формально. Угу. Все. Вот немец, представь то, что бомж это еврей. Что ты с ним сделал? Брат, ты чё, офигел, конечно, что понимаю, ли? Но я еврей, ты чё? Раз. Лицом в сне 2. Вот именно. Лицом в сне 3. Ну встань, пожалуйста, лицом в сне. Молодец. Сейчас. Вот встал, что случилось? Читаем это фашизм, это пропаганда фашизма. Читаем седьмой закон. Оскорбление граждан. Штраф 3000. Неуплата штрафа. А где я гражданина оскорбил, интересно? Только что здесь был гражданин, потом он ушел, вы его начали оскорблять. Я сказал, что бы вы сделали, если бы этот гражданин был евреем, и вы, ну, это как во времена сказали, Германии, что где здесь оскорбление? Говном. Но это не оскорбление, это мое личное мнение. Где оскорбление? Сказал, что плохо пахнет от человека. Это оскорбление. То есть оскорбление? Нет, не оскорбите. Представьте, я говном. Приду к вам и скажу, что от вас пахнет говном. Это ну тогда я извинюсь и скажу, что в этот момент можно будет исправить. Здесь нет ничего оскорбительного. Ну это да. Здесь вот просто видите, я сказал человеку о его недостатке, вот и все. Просто открыть. Хорошо, я могу смягчить вам штраф 1500. Тысяча, давайте, у меня потому что только 1000. Хорошо, что? Давайте 1000. Тогда хорошо. Только, пожалуйста, не выражайтесь так на улице. Выражайте свое мнение. У себя дома. Ну это не очень справедливо просто. Блин, ну это должна же быть свобода слова какая-то. Не мата же не было. Не было мат, да еще хорошо. Это не было не так. Все, забирай. А, срать тихо. Выкин. Ну. Я еще до этого кин. Что с чем? Я в него снежками кинул. Кого? Он меня взял за это повязать решил. Я приду, я с предупреждением. Я еще до этого кинул. До этого кинул, а я когда ты кинул, я еще предупредил. Ты еще раз кинул два раза. Можешь мне развязать? Спасибо. Да, пожалуйста. Всё, я в тебя кидаю. Какие вопросы? Если Немус начнёт нарушать, сейчас человек убить, полить. Шеф, фанон РП, шеф, фанон РП, иди сюда. Слушай. А, меня слышно будет? Шеф, иди сюда, шеф, иди сюда. Да. Так. Привет.
все. Дай денег. Прости. Скажешь, что это сейчас было? Ну, ты что с собакой говорил? Что вам сделал? Ты что с собакой говорил? Не трогайте моего брата, Зачем ему к стене? Не трогайте моего брата, Так. Остановился раз. Что я тебе сделал? Что? К стене встал. Что к этой подойду? Сделал, синяя подожди встал, заранее, раз. Скажи, что я тебе сделать? Синяя встал два. Что я тебе сделал? Синяя встал. Это за то, то, что ты плохой. Лицом то, что ты говно. Лицом к синяя встал. Мусора говно. Остановился. Синяя говно. Встал. Синий раз. Зачем мне к стене? Давай, хорошо. Зачем мне к стене? Зачем мне к стене? Ты что? Так, объясни, за что ты в меня стрелял? За что твой дружок стрелял? Ты, мой друг, пытался меня спасти. А за что ты меня хотел сначала арестовать? Ты собаку? Так. Мне там показалось, или что? Но один человек из них по мне из пистолета стрелял. Здрасте. Добрый день. Чё ты сразу не вставал в стене? А?
Что? Почему ты сразу к стене не вставал, когда я тебе говорил? Я не слышал, у меня, во-первых, была гитара. Я играл на гитаре, мне не было слышно. Я слышал только. Я слышал, типа, за что ты начал ударил собаку. Я только это услышал. Он сказал, за что ты ударил собаку, да? Я ударил ее за то, что она. Да, и что я вначале тебе сделал? Что я, как я неправильно, что я сделал? Собаку ударил? Нет, мне вообще как-то странно показалось то, что человек начал с собакой разговаривать. По нон-РП это идет нон-РП, потому что ты не можешь с собакой разговаривать, и ты ее не можешь понимать. Если я не разговаривал. Да, ты в ответ не сказал. Не разговаривал, на меня. В ответ. Когда тебе собака укусила? Сказала привет. Во-первых, смотри. Она меня укусила. Я такой. Ударил ее. Окей, это проехали. Я про это вообще молчал. Я тебя хотел вообще проверить на то, что ты под наркотиками находишься или нет, потому что ты очень странный. Здравствуйте. А, да. Давай на кэш. Чё за кэш? А, понял. Здравствуйте, я Зайцань. Рассказывайте. Сейчас я тебе дам ники и их тэпни. А, еще этот вопрос. Если человек с пистолетом, я с автоматом, я же его могу поставить это лицом к стене. Да? Или нет? Да, у тебя тяжелее оружие. Угу. Расстрелять. Ой, блядь! И вот этих двоих тэпни сюда. Ну один в тюрьме сидит. Да, тэпай его. Кого? Отойди. Маргарет больше нету сна. Рассказывайте. Ну... Сажусь. Как сесть, как сесть? Альт Е у меня стоит. Ну, скорее всего, у тебя в настройках этого нет. Ну, Альт Е. Смотри, ты смотришь на кресло, нажимаешь на него Альт Е. И ты садишься. Либо в настройках... Альт и английская Е. Одновременно. Так вот. Он начал с собакой говорить. Нет, показалось очень странным. Я его начал ставить лицом к стене, после чего начал убегать, и просто я его начал об этом спрашивать, то что чё ты убегаешь от меня, уже когда посадил. Он сказал то, что меня не слышал. После этого я его на улице, после того как кинул в розыск, его взял, остановил, поставил к стене, он убежал, когда я не закончил то, что начинал. Начал его арестовывать, это в наручники брать. Его дружок по мне стрелять начал, как раз со второй. После того, как я пошел на второго, он начал по мне стрелять. Этот начал потом опять убегать от меня, когда я ему говорю стоять лицом к стене. Так же, как и второй, начал убегать и... Это, ну, пытаться мне сопротивление оказывать и пытаться как-то сбежать. Но у него не получилось. Это все у меня еще плюс на демке было записано. Как они это все нарушали. Так, хорошо, смотри, я понял свое наказание. Я сейчас дискорд, ты... Ты сейчас... Тэпни его. Добрый вечер. Можешь сразу как бы банить, я понял. Ты сейчас мне скинешь дискорд демку, покажешь? Угу. И я это, еще Маргарет забаню, если он... Я могу тебе даже облегчить. Я могу сам доказать. Признаться. Я признаюсь. Вы с Маргарет нарушали счет. Маргарет. Ну, не Маргарет, она ноу проявишь. Как-то, я не помню как. В общем, я его посажу. Ты его прощаешь или нет? Мне его сажать? Да, я его прощаю. Я бы второго просил, если бы не одно. Если бы он не ревнул.
Мне вот чисто интересно. Так, Хо, смотри. А такой обряд, а как бы, понимаешь? Ты нарушил? Я спрашиваю, садишься на бутылку или на конус? А, нет, это не получится. Да, но он не может садиться. Вот в чем проблема. Вообще, ладно, все, удачной игры в нашем сервере. И вам удачной игры. Стой! АДМ-ку. Да он не сможет сесть все равно, он не умеет. Админ, Даллас. Даллас. А, чё, я могу строить свою колонки вот здесь? Сейчас дам.